Я всегда, ну, у меня когда маленькая была, меня всегда обезьянка звали, поэтому это мое любимое животное. Вообще, я просто испугалась, потому что это все как-то странно. Я думала, все будет по-другому совершенно. Такая вот маленькая, небольшая сценка. Вот, судьи внизу, не наверху, не знаю, мне как-то так казалось. Даже не знаю, у меня слишком много вот интересных историй. Я там нашла лучшую подружку, то мы с ней ссорились, то мы с ней не ссорились, то мы с ней дрались, ну, чисто в шутку. Мы на танцах, чего мы только не вытворяли. На сказках было прикольно, когда мы репетировали, у нас было, получается, вот тут вот одна комната, где дети переодевались все, и комната, где взрослые. И тут к нам залетает оса, мы с моей подружкой красимся, и, короче, она садится ей на ухо, а мне на глаз. Мы тогда так кричали, это было настолько смешно.